духе то, что не должно существовать в нашем мире. Когда духи находят истину и желание в грехах человеческих, они обретают форму. И так появляется Мананаки. Его нельзя уничтожить. Можно лишь очистить и изгнать из нашего мира. Но если форма Мананаки — это судьбы людей, переплетенные друг с другом, что станет с ними после того, как этот узел будет распутан? Oh,
духи. То, что не должно существовать. И все же им нет числа. Но только пока живут люди, их судьбы, тайны и помыслы будут призывать Мононоке к жизни. А если так, поведайте мне вашу истину и ваше желание, ведь Мононоке существуют и в вашем мире –